Диана Анкудинова записала видео с итогами лета. Давайте посмотрим этот позитивный ролик от Дианы вместе с вами, Горинов. Ну что, друзья, на дворе осень. Почти. Значит, пора рассказать истории, которые произошли на море. На самом деле, я удивился, подумал, что уже перепутал даты, сегодня же последний день лета, думаю, неужели я что-то не так уже. В общем, у нас в семье есть традиция каждый год на день рождения моей старшей сестры Насти отправляться в морское плавание под красными парусами. Это очень красиво, очень мило, душевно, и мы как-то привыкли к тому, что всегда 17 июля мы плаваем под красными парусами. И вот в этом году... Мы тоже заказали красные паруса, и мы заходим, значит, уже на сами паруса. Нас встречает этот капитан, такой дядечка средних лет, такой загорелый, естественно, очень в кепочке тоже такой, типа, ну, примерно вот на таком же стиле, только, может, не в красной кофте. Вот, и... Ну, и сначала так, типа, привет, привет, заходите, такой вроде дружелюбный. Мы уже уселись, и что-то сидим. Сидим, не можем понять, что сидим. А он куда-то ушел, капитан. И мы такие, время-то уже как бы, ну, надо уже отправляться. А нас там было две лодочки красных парусов, потому что у нас очень большая компания. И вторая наша компания была на других парусах. И они уже начали отплывать, а мы все стоим. И мы, значит, организаторам такие, типа, там как-то алло. И вдруг приходит капитан вот так вот с подносом, огромным подносом фруктов. Приходит там, значит, всякие нектарины, винограды. Вот обычно всегда так бывает, когда начинаешь записывать видео. Такое ощущение, что специально кто-то делает. Спасибо. Не обращаем внимания, у кого-то идет ремонт. В общем, он приносит этот поднос и так невзначай ставит нам на стол передо мной. И такой типа, угощайтесь, хорошего вам плавания. И мы отплыли, он включает классную музыку, что-то Иванушки Интернешнл, там что-то Ласковый май, что-то какие-то песни такие очень классные, летние. И мы прям, ну, движуха такая, все супер. Мы очень вообще счастливы, едим эти фрукты, и нам кажется, что так и должно быть всегда. Ну, типа, как будто у них, ну, может, что-то изменилось, и они такие, надо добавить в сервис еще фруктов. Нам было так приятно, все. Ну, и, короче, мы плаваем, потом возвращаемся, когда обратно, тоже с музыкой, все, он нас там катает на этой лодке куда угодно, мы цепляемся за круг вот этот, который на море кидают, спасательный, и ты за него цепляешься, и он плывет, очень тяжело держаться, но это очень весело. И мы уже подплываем обратно к берегу и собираемся выходить, вот, и он, значит, дает понять, что он меня узнал, и что он очень ценит мое творчество, и что, в принципе, эти фрукты, это было как такой знак внимания и уважения в нашу сторону. Это было очень мило. И я прям растрогалась, если честно. Я, конечно, виду не подала. Да-да-да. Вот. Но это было очень мило, и я просто решила вам об этом рассказать, потому что все больше и больше хочу говорить о том, что добро и свет — это... то, что нас должно формировать. И если бы не такие люди, если бы не такие ситуации, то я бы, наверное, была каким-то черствым пирожком. Вот, спасибо вам большое. Расскажите тоже какие-нибудь свои истории из, не знаю, каких-нибудь путешествий. Может быть, у кого-то летом на даче выросла большая тыква. Тоже интересная история. У нас, например, на даче вырос большой огурец. Просто огромный. Вот прям вот, вот такой. Как три моих головы, представляете? Наш огурец. Такая гордость. Ну все, всех с летом. С осенью почти. К сожалению, уже не с летом, к сожалению, уже с наступлением осени. Хотя осень тоже прекрасная пора. На самом деле была такая история, довольно любопытная. Надо сказать, что я ждал какую-нибудь жесткую концовку, но оказалось все наоборот, очень хорошо и приятно для...
участников для отдыхающих в этой истории, и это, конечно, прекрасно. Просто вначале Диана закинула такой байт, что я думал, что он капитан, а на самом деле я думал, что он не капитан, и что-то там пойдет все не так, но на самом деле все вышло отлично, и поэтому, на самом деле, эта история очень позитивная, приятно, наверное, встретить поклонника вот так неожиданно, да еще который такой знак внимания проявит. Это действительно дорогого стоит. Я думаю, для каждой творческой личности это важно. Такое вот приятное, позитивное отношение к себе. Надеюсь, вам понравилась моя реакция. Всех с наступающей осенью, с 1 сентября, тех, кто учится. Успехов вам в новом году вашего обучения. Никогда не сдавайтесь, верьте в себя и не расстраивайтесь. Осень – это тоже очень хорошее время года, но не такое теплое, как лето, к сожалению. Всем удачи, всем пока! Пока не ушел, подпишись на канал, и лайк ты свой не забудь тут нажать. Прожми колокольчик, даже если устал, и новости.